Фальшивые свидетельства о прохождении технического осмотра можно приобрести даже рядом со зданием управления дорожной полиции. В ходе трехдневного рейда специалистам технической инспекции даже удалось найти водителя, которому накануне в одном из офисов продали фальшивый документ. Но сотрудники этой организации своего клиента не признали. Ой, кайфта? Ну что вы, я вам не выписывала ни страховку, ни техосмотр. Вы меня с кем-то путаете. У меня такого бланка нет. Это здесь старик какой-то сидел. Он, наверное, и выписал. Сотрудники некоторых контор, увидев съемочную группу, покидают офисы, видимо, следуя инструкциям руководства. Другие остаются в ожидании очередных клиентов. Мы помогаем делать техосмотр. Стоит 3500. Я беру деньги и документы, а также нужно предоставить машину. С начала года в нашей области в 26 пунктах технический осмотр прошли 184 600 автомобилей. Это 37% от всего количества машин, обязанных пройти техосмотр. Из всей этой массы машин технические нарушения специалисты пунктов техосмотра обнаружили всего у 270. Это говорит о слабой подготовке специалистов пунктов, выявляющих технические неисправности. Специалисты наших центров работают очень слабо. Например, в городах Актау и Уральске при прохождении техосмотра специалисты обнаружили две угнанные машины, потому что они сверяли номера на узлах и в техпаспорте. А наши как делают? Загнали и быстро провели поверхностный осмотр. Но если их спросить, какие технические значения должны быть у протекторов, люфта, руля, они вам сказать не смогут. Поэтому мы пригласили на месяц специалистов из России, которые в течение месяца будут обучать наших сотрудников. Для ликвидации недостатков в работе наших центров направлены ведущие специалисты министерства. Они проанализируют работу наших центров. Даниар Худайбергенов, Константин Исупов, Талгат Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».